К другим темам. Состояние усадебного комплекса Тимохова-Саласкина в настоящее время крайне плачевное. Но важно то, что уже проведены необходимые исследования, начаты работы по выполнению проектов реставрации. Весной будущего года они поступят на согласование в Министерство культуры Московской области. Так что то время, когда видновчане смогут наблюдать процесс восстановления исторического памятника, не за горами. Подробности далее. Благодаря программе по возрождению усадеб в Московской области со временем многие памятники будут отреставрированы и станут образцами усадебного зодчества. Несмотря на то, что подмосковный уголок Тимохова-Саласкина не подпадает под критерии программы, он, несомненно, представляет историческую ценность, и приведение его в порядок важно для жителей Ленинского района. Эта усадьба интересна тем, что она сохранила полный комплекс усадебных построек конца XIX века, то есть она является достаточно целостной в своей сохранности и позволяет воссоздать тот, как сказать, усадебный внутренний мир усадьбы, который в настоящее время в очень многих усадьбах потерян. За последнее столетие здания архитектурного комплекса претерпели значительные изменения и находятся в тяжелом состоянии. Неизвестно, как бы дальше сложилась судьба этого великолепного памятника старины, если бы представители компании «Доверна» не решили внести свою лепту в восстановление усадьбы. В настоящее время уже завершен этап комплексных натурных исследований всех зданий усадьбы. Открыты белокаменные цоколи у всех построек зданий усадьбы. Работы по выполнению проектов реставрации уже начаты. Их планируется завершить к апрелю следующего года. По ходу реставрации на территории усадьбы планируют создать российский исторический центр небывалых масштабов. Он будет включать в себя музей поисковых отрядов, музей реконструкторов. Здесь будут проходить какие-то конференции, связанные с военно-историческим наследием и увековечением памяти пропавших без вести, съезды поисковиков, какие-то реконструкторские мероприятия. В Тимохово-Саласкино создадут дом для поисковиков и реконструкторов, которые играют большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Идея данного проекта – это объединить их усилия, собрать их всех вместе, дать им, скажем так, крышу, дом, где они смогут собираться, где смогут делиться своими результатами своей работы, также показывать это все подрастающему поколению. Вот так, восстанавливая усадебный комплекс, а также участвуя в создании исторического центра, реставраторы становятся частью возрождения исторического наследия. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.